Мы погнали. Два, три, четыре, пять. Можно было шесть прожать на самом деле, попробовать. Но это опасно. Ну надо пробовать. Чем нет? Кто не рискует, тот говорит, что да. Тот не рискует. Народная китайская мудрость. Мудрость. Забайтить на этот, да, на центр моста. Не хочу там драться с ним. Как она долго замахивалась. Я, кстати, заметил, что когда ты в прыжке, то никто ничего не делает обычно. А чё я отстал-то? Эх. Ну, мог бы ждут, пока ты приземлишься, чтобы атаку начать. Это немножко послабление от Миядзаки такое. И боссы тоже. Вот я же ее ударил в воздухе, она получила урон, она могла бы сразу. Она отменет мне от анимация. Если на земле я так делаю, от меня ее анимация, она тут же делает другую. Не ждет, пока я там. А я, блин, ну так нет такого, чтобы я там три удара засадил ей. А в воздухе убивает. Потому что она ждет, пока ты приземлишься, прежде чем начать активные действия. И это почти со всеми мобами так. Это прикол. Я к тому, что Секира могла быть еще сложнее. Но это как бы правильно, с другой стороны. Игра заставляет тебя прыгать. Это Миядзаки специально придумал, чтобы мы еще и попрыгали. Ух, если мы только уворачиваемся, еще попрыгайте, ребята. Мне кажется, или Миядзаки хочет, чтобы мы прыгали под его дудку. Ну, что-то в этом есть, да. Вот. Чтобы мы немножко попрыгали. И когда игра заставляет тебя прыгать, то она не должна наказывать тебя за то, потому что она тебя заставляет делать. Понимаешь? Это как... Ну это правильный геймдизайн, с другой стороны. Ну, допустим, если бы тебе в задании в каком квесте надо было собрать, там, не знаю. Там, 5 ключей, и один из ключей обязательно был взрывался и убивал тебя. Это был бы стрёмный геймдизайн. Согласен? Поэтому да, если бы мобы не ждали, пока ты приземлишься, а сразу контратаковали. Это был бы хуёвый геймдизайн. Ебать, ты чё? Я такого не видел. Ну, в смысле. Она в первой фазе такую фигню, ну, делает иногда. Но это очень странно вообще. Ты не по схеме работаешь, Маганакиня. Меня это пугает. Давай по схеме. Не, мне нравится, конечно, когда... когда геймплей разнообразивается, но когда ты уже, блядь, на 30 часов сидишь на этой дуре, блядь, ты уже не хочешь. Ты хочешь его просто убить, уже не хочешь ничего. Поэтому да. Да, вот тоже. Этот удар у него очень стрёмный, на самом деле. У него он там начинается вроде одинаково, но там он по анимации, по кадрам, он может быть абсолютно разный. Как мгновенный, там, я не знаю, за секунду он может делать. Так и там, я не знаю, секунды три замахиваться может. В зависимости от расстояния, на котором ты стоишь. Вот сейчас она долго замахивалась, потому что я далеко был. А если я был близко, она бы быстро замахивалась. И поэтому... А если ты привыкаешь, то она всегда долго замахивается. А тут, а если она вдруг близко, то она замахивается. Ты как бы, видишь, замах начался и думаешь, ну у меня еще есть пару секунд.
А нет у тебя, на самом деле. Это такой подъемка. Вот, допустим, с батей, с Филиным, у него тоже есть прикол, когда он бежит на тебя и удар делает снизу вверх. Вне зависимости от расстояния, он всегда одинаково долго делает эту разбежку. Если он в упор тебе стоит, или за километр от тебя стоит, он все равно долго бежит. Это даже очень странно выглядит, потому что когда он рядом с тобой, он бежит в тебя, толкает тебя там какие-то несколько шагов. Потом только атака идет. Выглядит очень тупо. Вот, а у Монахи не так, она вот там в плане меняет свою анимацию. Я вообще никогда не вижу, это нормально. Ну а пробил все-таки. Конечно, можно это парировать там пятый тоже, но как бы это может быть даже безопаснее было бы, но нет, для меня уже нет. Так, все, сконцентрировались и не косячим. Блять. А, похилиться бы. А когда? Например, сейчас? Не уверен, что это правильно. Ну, хотя, почему правильно? Потому что это фигня же, она же это... Раз, два, три, четыре. Это было рано? Ну, нормально. Возможно, даже у ворот проще делать, чем Перри. В некоторых моментах. Как же долго тебя бить. Ну, все равно быстрее, потому что практически после каждой камбы наказываешь. А с другой стороны, у нее не идет это. Концентрация не идет, поэтому да, такое себе. Так. Ладно. Ну я, позиция была ебаная, если честно. Ну просто убежать же, я же мог. Забываю про такую функцию, как бег. Он мог мне спасти жизнь. Если тебе не нравится позиция, просто убеги, блядь, в другую. Это ж так просто. Держимся. Может быть, выдержим. А, вероятно, конечно. Вот, да, вот сбоку. Раз, два, три, четыре, пять. Сторону не убрал.
ёпта мать. Ты чё немножко запаниковал? Держим, держим диван. Паники. Как же я долго этого ждал? Давай, до свидания. Собака села. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Было приятно. Наверное.